Если бы старые фото могли говорить, о скольких несбывшихся мечтах они могли бы нам рассказать. Вот окончится война, и выведу новый сорт пшеницы, который будут выращивать на полях тундры. Николай Смирнов погиб на 142-й день войны. Их грузовик с боеприпасами был расстрелян с воздуха посреди пшеничного поля. А я в столицу уеду, буду в консерваторию поступать. Петр Зиновьев и его баян стали настоящей легендой среди партизан. Похоронен в братской могиле под Киевом. Я непременно стану детским врачом. Нина Фролова добровольно ушла на фронт и выходила в военном госпитале множество советских солдат. Расстреляна эсэсовцами. А я вернусь в свою старую школу. Эх, цела ли она? Федор Герасимов, участник партизанского движения, не дожил до победы 11 дней. Если бы старые фото могли говорить, о скольких убитых мечтах они могли бы нам рассказать. Я найду лекарство от всех болезней. Летать продолжу. И с неба мне теперь никак. Эх, железную дорогу проложу к своей деревне. А я до войны воспитателем хотела быть. Товарищем я решила. Вот кончится война, поступлю в театральную. На шахту вернусь. Быть может, если очень захотите прислушаться, мы сможем услышать голоса старых фото. Голоса тех, что ушли в те миры, где каждой расстрелянной мечте суждено сбыться. Если бы старые фото заговорили, о скольких несбывшихся желаниях они могли бы нам рассказать.